В Казахстане сняли фильм о самом известном в нашей стране маньяке-людоеде Николае Джумагалиеве. Жертвами серийного убийцы стали 10 человек. За основу сюжета авторы взяли реальную историю. Но главный герой картины не Джумагалиев, а начинающий следователь, которому предстоит расследовать это громкое дело. Удастся ли молодому стажеру найти преступника и чем закончится фильм, знает Бакытгуль Окасова. Новый отечественный триллер основан на реальных событиях. В Казахстане впервые экранизировали историю о маньяке-людоеде Николае Джумагалиеве. В картине раскрыты детали поимки серийного убийцы, который обрел известность во всем Советском Союзе. Было, конечно, эмоционально сложно, но не было такого, чтобы съемки останавливались, либо срывались. Я не сказал бы, что я сильно его копировал. Это просто был такой его некий такой образ, не совсем такой точный. Он вызывал отрицательные эмоции. Ненавидеть я своего героя не мог, так как мне надо было с ним работать. В Алматинской области орудует опасный маньяк-людоед. Преступник жестоко расправляется со всеми жертвами. Серийный убийца нападает исключительно на женщин. Поимки каннибала ведут следователи спецподразделения, тогда еще милиции. Группе прикрепляют стажера Садыкова. Сегодняшний досмотр и судимых не явились двух. Действие происходит в 1979 году. Каждый день поступают сообщения о новых жертвах. Но расследование не продвигается. Внезапно от рук маньяка погибает старшая сестра стажера Садыкова. И теперь главным героем движет не только интерес к работе, но и жажда мести. Мне это очень интересно, меня это захватывает. Я думаю, знаете, когда интересно, то как будто не очень сложно. Возможно, там это было сложно в плане графика, потому что мы снимали очень плотно. И я исполняю главную роль, и у меня не было выходных, это был такой плотный график, я почти во всех днях снимался. Съемки фильма начались еще до пандемии и заняли всего 24 дня, но премьеру пришлось отложить. Зато картину уже успели оценить на международных фестивалях. Недавно я познакомился с человеком, который занимался именно, возглавлял именно эту операцию, да, вот по поимке этого преступника. От него я узнал очень много деталей, они показались мне очень кинематографичными. Была интересная история, была интересная драма, вот поэтому мы взялись за разработку сценария и в результате дошли до производства. Создатели картины обещают интересный сюжет, который будет держать зрителей в напряжении до самого конца. Широкий прокат «Криминальный триллер 3» выходит уже завтра. Ну а через некоторое время увидеть его смогут и зрители нашего канала. Бахытгуль Окасова, Вячеслав Тимофеев, КТК.